Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Анна, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео я хочу полностью отснять, ну, в принципе, не полностью, но все, что мне досталось из нашей новой коллекции Neon. Коллекция просто супер класс. Почему я так говорю? Потому что она очень качественная, очень хорошая, очень удобная. Именно в этих штанах я ехала 20 часов до Челябинска, и у нас не растянулись колени, они не скатались, с ними ничего не случилось, и в них отлично дышит кожа, просто невероятно классно. Итак, значит, на мне сейчас футболка женская, артикул 861-401, размер XL. Если честно, M, да, Катя, в прошлый раз мы снимали? Да. M была, меня Катюшка снимает. Здравствуйте. Эмочка на мне смотрелась как-то вот более опрятно, что ли, нежели это слишком длинное мне показалось. Поэтому я, наверное, буду заказывать себе эмочку, а вот этот просто носить. Но, в принципе, эта коллекция создана для, она как бы универсальная, она еще и создана для того, чтобы ее можно было заправить. И когда вы нагибаетесь, ничего не выпадывает, да, то есть, вот знаете, короткие футболки не выпадают. Плюс с леггинсами носить тоже очень удобно, кубочку прикрывает, и получается очень даже порядочно, что ли, да, красиво, эстетично и так далее, да. То есть, вот такая вот она прям длинная, и я думаю, ее заправить будет очень удобно. Далее, брюки женские, их я вам уже показывала, артикул 861-431, размер XL, 80 хлопок, 20 полиэстер, у них артикул. Ну, что я про них могу сказать, вот после того, как я с ними съездила, и с ними ничего не случилось, они прекрасно постирались, они не полиняли, все у них великолепно, я вам хочу сказать, что покупайте, пока они есть. Действительно удобно, кожа дышит, а это немаловажно. Угу. Это немаловажно, это просто великолепная резиночка, тут легкая, она не регулируется. Карманчики, ну, такой нормальной глубины. Свой телефон я сюда не положу, потому что у меня такие крупные уже телефоны, типа Samsung Note 20, да, то есть они большие, тяжелые, вместе с чехлом, поэтому тут они не войдут. Но, я не знаю, даже маленькие телефончики тут будут нормально носить. Далее, вот эта вот резиночка. Все здорово и классно, Катюш, видно, да? Угу. Вот, ну и тоже еще немножечко подзадру, потому что тут еще наши носочки. Вот такие вот высокие, прикольные носочки. Мне они тоже понравились, тоже такие хорошенькие. Итак, давайте же перейдем с вами к кроссовкам. Значит, кроссовки у нас идут. Женские, артикул 885-833, это размер 38, сами знаете, они идут в разных размерах, я взяла 38. Мне подошли они идеально, они не маломерят, они не большемерят, они прям великолепны в своем исполнении. Конечно же, кожа в них дышит меньше, нежели в обычных кроссовках и в тряпичных кроссовках. Это, конечно, факт, но дождливую погоду в тряпичных вы не походите, все равно вы будете надевать такие. Значит, состав у них вверх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва Эва. Ну, вот, в принципе, и все. Гарантийный срок 30 дней, да, что если с ними что-то случится, вы их можете вернуть назад. Далее, что хочется сказать. Смотрите, значит, у этих кроссовок идея такова, что вот эта вот пленочка, она просвечивает, да, то есть это в самом кроссовке, вот таким образом, да, вот видите, мой палец. То есть и тут также просвечивает, и тут также просвечивает. И получается, какой я носок надеваю, с каким, сейчас же в моде монолуки, да, с каким цветом. То есть у нас в компании есть и, допустим, к салатовому костюму салатовые носки, да, то есть красному красные, к лиловому лиловые и так далее, да, то есть смотрится вообще здорово. И вот тут как бы эти кроссовки просто шикарный такой вот вариант, когда вы можете действительно сделать себе шикарный монолук, только потому что у вас вот такие вот кроссовки в таком вот сочетании. Протектор у них просто шикарный. Такие они, знаете, даже чуть-чуть пяточка пружинит в них, вот, но, конечно, в жару будет жарко, в дождливую погоду будет очень комфортно в них. Вот, что еще хочется сказать из минусов, единственный минус, который я в них увидела, это когда я их достала из упаковки, скорее всего, такого раньше не было никогда, немножечко есть такой вот аромат вот этой вот обуви, да, вот такой неприятный резкий аромат. А так, в принципе, все здорово. Кать, ты посмотри, что Алиска делает.
спит. Милая кошка, у нее все забрали, она решила спать в углу. Ну, в общем, ребят, рекомендую, вообще классно. Кстати, у штанов есть такой вот небольшой начес. Я думаю, его будет видно. Да, то есть и вот такая вот резиночка снизу с таким вот начесиком. То есть смотрится вообще аккуратно. Я ростом 162 сантиметра, как вы видите, мне и слегка длинноваты, но меня это абсолютно нисколько не напрягает, потому что это смотрится аккуратненько, нормально. Так, ну что ж, впервые на моем канале вот такое вот сочетание. Вы знаете, такое ощущение, вот прошлое мое видео, когда я примеряла штаны L, там был пересорт. Там был пересорт, все у меня нормально с фигурой. Если я и похудела, то килограмма на 3 не больше. Да, то есть как бы не сильный такой разрыв, и L мне бы точно не подошел. Вот это хочется вам сказать. Далее, значит, на мне сейчас толстовка женская, размер XL. Да, то есть такая вот она прикольная. Я не могу с кроссовками, вообще, ребят, классно. Да, они очень здоровские. Да. Да, тут подписано BioBest, штаны с карманами и худи без кармана. Значит, толстовка, цвет лавандовый, размер XL, состав 80 хлопок, 20 полиэстер. Штаны точь-в-точь такие же, как и красные, только лавандовые. С артикулом 861-425. Ребят, у меня к вам просьба, отпишитесь, пожалуйста, я хочу эту толстовку вернуть на возврат. У меня такое ощущение, что она меня увеличивает. Но, если честно, я даже уже, которое видео, даже утяжечку не надеваю, потому что уже смысла нет. Животик начал спадать из-за спорта, которого не было уже 3 недели. Вот, потому что я везде путешествовала. В пятницу у меня первый спорт. Вот дайте совет, как на мне оставлять, не оставлять. Но вот прогуляться до магазина, мне кажется, вообще шикарно. Просто шикарно. Ну, или еще куда-нибудь, да? Не обязательно до магазина, но я имею в виду. Вот, жду ваше мнение. Вот. От чистого сердца, да? Не делайте мне комплименты, если мне действительно нехорошо. Пожалуйста. Итак, в том же цвете, только худи с коротким рукавом женское. Цвет лавандовый, размер XL. 80 хлопок, 20 полиэстер. Тоже, в принципе, очень даже нравится. Капюшончик, если дует ветер. Ну, прикольно, прикольная такая штучка. Катюш, как тебе? Мне нравится капюшон. Мне нравится, что он не маленький и просто тебе по голове прям. Mm-hmm. Мне нравится, что он достаточно свободный. Mm-hmm. Здравствуйте! Вы меня не ожидали видеть, но это я. Потому что мне понравился этот лавандовый, да, костюм? И Катя его отжала. Да, я его отжала, мам, потому что лавандовый мой любимый цвет. Я осталась без костюма. Да, я оставила ее без костюма и забрала его себе. На мне сейчас вам показывали эту полуфутболку, полукофту, полутолстовку с классным капюшоном, а я покажу штаны. Значит, брюки женские, артикул 86-14-24. Цвет лавандовый, а состав 80% хлопок, 20 полиэстер. В общем, это очень прикольный костюм, и он уникален тем, что буквально в компании Faberlic эти костюмы, они, во-первых, одинакового кроя фасона, и они есть всех цветов. То есть, если вам нравится голубой, вы можете носить голубой, если вам нравится красный, вы можете носить красный. Вы можете носить family look, вы можете делать что угодно. А главное, это универсальность. Я могу надеть этот костюм как просто прогуляться, так и для спорта. Могу ходить куда-то с друзьями, погулять в парке. Я могу делать в этом что угодно. И главное, что мне будет комфортно всегда, потому что эта одежда, она очень мягкая и очень удобная и приятная к телу. И неважно, где я буду находиться, мне будет удобнее. Мне особенно понравилось это нововведение с маленьким рукавом. Просто у меня прикол такой есть свой в том, что мне не нравятся длинные рукава. Но я люблю носить рубашки, и поэтому, когда я ношу рубашки, я закатываю их и здесь закрепляю. И для меня очень приятно, что есть такая вот толстовка с короткими рукавами. Все. Покружись. Синенький, покружись. Ну, хорошо сидит, да? Вообще отлично. Мне нравится, Катюш. Ну, оставляй, носи с удовольствием. Размер XL на Катю хорошо сел. Чувствуется, что он слегка ей великоват, но она как раз вот такое вот и любит. Чтобы не... Да. Чтобы... Сейчас вся молодежь вот такое носит, чтобы прям висела. Но да. Аккуратно смотрится, хорошо. Ребят, я просто не могу. Вот этот аквамарин, он мне так безумно нравится. Вот прям не могу, мне кажется, это мое.
обожаю вот такие вот яркие, люминесцентные аквамариновые вещи. Прямо супер, я не могу, мне очень нравится. Причем есть же еще кофточка на замочке, да, и кофточка с коротким боковым. Я ее сейчас для вас примерю. Единственное, что футболки от нее не было. Да, то есть так, толстовка женская, цвет аквамарин, хочется руки в карман, а карман вот тут. Да, толстовка женская, цвет аквамарин, размер XL, 80 хлопок, 20 полиэстер. В принципе, у них, наверное, у всех так. Штаны тоже 80 хлопок, 20 полиэстер, цвет аквамарин, XL. Артикул 861-413. Все село по фигуре, все село нормально. Где-то какие-то пересорты, я так понимаю, были, но все уже компания исправила, все сделала здорово. То есть и штаны хорошо смотрятся, и сама толстовка хорошо смотрится. Вот, я сейчас думаю, куда мне так много, но я все хочу. И вот напишите еще, пожалуйста, да, кому не лень, посоветуйте мне, какой мне цвет лучше подходит. Так, вот те же самые штаны, кроссовки и так далее, только вот получается худи с коротким рукавом, женская, тоже цвет аквамарин, размер XL, артикул 861-287, 80 хлопок, 20 полиэстер. Классно. Вот не хватает худи, в принципе, вот не хватает карманов очень сильно, но мне кажется, они были бы тут неуместны, создавали бы дополнительный объем. Но вот так, если честно, вот классно. Освежает, очень освежает, нравится мне этот. Так, вот это мне особенно по душе, потому что можно расстегнуть, застегнуть, да, как вы помните из прошлого видео. И есть карманы. Мне очень нравится, что есть карманы, есть капюшон и так далее. Кстати, вот этот в красном костюме, когда мы ездили в Челябинск, мы выходили на остановках, на заправках, перекусить там, они такие вкусные, классные. 100 лет не ела фастфуд, ребят, я ела фастфуд, да. Вот, и кофе там обалденный, латте очень вкусный. И знаете, уши мерзли, я надевала капюшон и отлично, просто великолепно шла вот как раз до заправки, от машины до заправки, от заправки в машину, потом обратно. Просто великолепно. И, конечно, когда едешь, мы там спали, ну, как бы в полный рост не особо влазится, да, то есть то голова, то пятки, да, как бы стучали в машину, поэтому все равно вылазишь, сколько-то поразминаешься, походишь, сколько-то чего, очень удобно просто вот. Именно вот в такой кофточке, потому что ее можно накинуть, заходишь в машину, снимаешь, и ты уже в футболке. Просто великолепно. Это я ждала больше всего. Прямо больше всего, не знаю почему, но мне так хотелось этот образ на себя примерить. И если честно, ребят, мне нравится. Все, кто дома, тоже сказал, что нравится. Вот тоже жду от вас совета, как мне такой. Вот цвет еще, да? То есть, в принципе, нормально, здорово. Особенно вот мне нравятся кроссовки, вот эти вот носки, да, которые натягиваются аж вот до сюда, вы представляете? Вот, поэтому смотрите, брюки 861-419 XL, толстовка 861-359, тоже XL, состав идентичный предыдущему, смысла нет читать, потому что все одинаково. Мне все-таки кажется, что эта вещь, артикул 861-293, худи, будет лучше все-таки смотреться не со штанами, а с джинсами на мне, с какими-то голубыми, светлыми джинсами. Мне кажется, будет тоже очень даже ничего. Ну и сочетание из прошлого обзора, когда я все снимала с красными штанами, конечно, шикарно смотрится. Как вы понимаете, я все кофточки себе оставила. Ну, прикольный образ, конечно, получился. Штанов, к сожалению, таких я не смогла выцепить на сайте, их нет наличия. С джинсами смотрится тоже здорово, как вы видите, великолепно, мне нравится, отличное сочетание. Но вот один недостаток, ни тут нет карманов, ну прям раздражает. Ну можно такую сумочку, в принципе, на себе повесить, да, через плечо, ходить с этой сумочкой. Ну, блин, неудобно, когда нет карманов, очень даже неудобно. Ну а так, в принципе, действительно классно, действительно супер. Артикул 861-311, размер XL, худи с коротким рукавом, женская. Ну и кроссовочки в таком пакетике не приходят, значит, замочки. Кстати, эти пакетики не лисиды, да, они классные. А вот, значит, на зип-замочки, кроссовки, получается, модель женские,
Так, артикул 885-840, размер 38, идут размер не велики, не малы, ничего. Просто идеальные кроссовки. Состав, верх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька текстиль, подошва ПВХ. Ну, кроссовочки хорошенькие, плотненькие, великолепные, да, как вы видите, тут снизу что-то такое вот просвечивающее вставлено, блестючка вставлена такая вот на пяточках, протектор тут обычный, шнуровочка, да, то есть, ну, ничего такого суперского, вот эти дырки, наверное, чтобы кожа дышала по краям, да, то есть, они что-то типа, мне кажется, что даже на каблуке как будто бы немножко, потому что высокая такая подошва, все равно она делает нас выше на 3-4 сантиметра, мне кажется. Ну и, в принципе, все очень комфортное, удобное, классное. Их будет удобно стирать в машине, на мой взгляд. Ну что ж, белое худи вообще шикарно смотрится, особенно с кроссовками, да, обратите внимание, отличное сочетание. Все без карманов, осталось найти в цвет белую сумочку. Да, и поехали. В принципе, здорово. Артикул 861-317, размер XL. Очень надеюсь, что мне достанутся такие же белые штаны, чтобы я в них могла прогуляться целиком. Но даже если мне белых штанов не достанется, я их не могу на сайте выцепить, да, то хотя бы с голубыми джинсами тоже нормальный, свежий, прикольный образ. Да? Белые кроссовки, белая кофта смотрится просто великолепно. Итак, такой вот купальничек моей Катюшке. Как вы видите, его можно носить сверху, без верха. Да? То есть вот эта штучка, она отстегивается. Конечно же, Катюшка не захотела его примерять. Кать, сейчас будешь говорить свое мнение. Артикул 920-365, размер L. На мой взгляд, села идеально. Состав 92 полиамид, 8 эластан. Катюша выполнила путевку в Турцию бесплатно от компании Фаберлик. И вот как раз этот купальник, и точно такой же красный, она будет брать с собой. Ага. Мне не очень понравились тем, что, знаете, они такие яркие, очень летние, от них настроение, прям ощущение такое идет, очень приятное на самом деле. А еще я бы сказала, что они выглядят, знаете, как стандартный набор, вот просто must-have для любого человека, который хочет пойти купаться. Вот, это очень здоровский купальник, мне он очень нравится. Тем, что он закрывает все тело практически. Ну, а вот спина, вот перед, то есть он одинаковый. Да. Опа. Вот, но больше всего мне нравится голубой, чем красный, потому что к холодным цветам я больше, в общем, их люблю. Ну, тут вставочки такие, что объем они не создают, просто прикрывают, когда вот грудь намокла, да, то есть они прикрывают. В принципе, красиво, да, так вот смотрится. На тебе это выглядит как фартук. Как фартук, потому что он L, он мне мал. Тогда. Да, то есть таким вот. Он такой забавный. Красный, ребят, точно такой же. Просто красный. Да, мы его даже оставили, потому что Катя тогда примерила голубой. Видите, я его первый раз при вас распечатываю. Мы сейчас просто проверим. Иногда бывает что-то не то, что-то не так, где-то строчечка косая, еще что-то. Но это было всего пару раз или даже три раза точно было. Поэтому, ну что, Кать, нормально? Оставляем? Да. Угу. Все великолепно. Да, еще раз повторюсь, что вот эти штучки, они отстегиваются, можно носить таким образом. Вот. Мы любим сплошные купальники всей семьей, поэтому разрезные не стали заказывать, смысла нет, потому что мы их себе не будем оставлять точно. Ну и еще, конечно же, три полотенчика мы заказали, потому что уже что-то израсходовали. Первое полотенце у нас идет пинк, артикул 11609, да, то есть вы все время спрашивали, какого оно размера. Вот такого я нормально после него выхожу из душа, нормально им заворачиваюсь, мне хватает. То есть, в принципе, все полотенца идут размером 70x140. Есть у нас немножко побольше полотенца Пиштемальт. Сейчас появилось, я его уже снимала для вас, да, в компании Фаберлик. Они мягкие, классные, износостойкие. Еще пока ни одного полотенца предыдущего мы не выкинули. То есть, еще все великолепно, но вот я решила подзаказать трое штучек, чтобы некоторые мама с папой сейчас у нас строят дом.
И чтобы некоторые старенькие туда вот в деревню отправить, мало ли что там, ручки вытереть, еще что-то, а новенькие заказала себе сюда. Да, то есть такое вот яркое, классное. Значит, это идет yellow, желтое. Так, полотенце банное, артикул 116-15. Очень нравится, они мягкие, суперские. После стирки они еще мягче становятся. А вот это идет линок. Это, Катюш, напомни, пожалуйста. А, сиреневые. Артикул 116-06. Вот, такой вот нежный оттеночек. Катя опять его себе заберет. Она помешана на черном и лиловом. Вот. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Полнова Аня. Мне помогала очень Шишкина Екатерина. Очень-очень помогала. Очень-очень помогала. Спасибо, мои доченьки. Всегда со мной рядом. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новые обзоры. Всегда стараемся снять все новинки. Ну вот в этот раз мы просто не стали перемерять купальники все до единого, да? Ну а так, в принципе, все показали. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео.